Итак, всем привет. У нас сегодня достаточно короткая, простая задача. Точнее, она не простая была, но мы ее упростили. Сегодня у нас в уроке согласование кика баса. Вот. А потом некоторые подходы для подготовки сцены под живое выступление. Вот. Будем сегодня дербанить петли. Вот. И укращать басы. Итак, что у нас есть? У нас есть такая история, короче. Я ее уже подготовил. Сейчас, секундочку. Так, вот это мы удаляем пока. О, Лиска пришла, собачка моя. Так. Ага. Так, это нам не нужно. Это нам не нужно. Оставляем только мастер, короче. Так. На, значит. Так, стоп. Кольцо. А, так. 17, 17. 16, да, 16 тактов, короче. Так, что мы имеем? Я взял две барабанные петли. И вторая. Как вы можете слышать, они с разными киками. Здесь потоньше, пожестче. Здесь пожирнее. Помягче. Вот. Взял несколько разных там как бы колец там с басом. Вот такой, например. Вот. Мы слышим такую хорошую фактуру по низу. Вот. Такой вот бас взял. Такой middle. Такой медлоу такое. Такое. Это вообще с сабом, короче. Такое. Они похожи со вторым. Очень похожи со вторым. Так, значит, наша задача. Ну, то есть, допустим, берем, включаем первую петлю. Вот. И понимаем, что у нас есть проблема. То есть, если с саббасом, то вообще будет жопа. Но не такая совсем жопа, какая могла бы быть, потому что мид-бас, он саб и мид, короче, они сидят в диапазонах в октаве, короче, 64, ну, приблизительно там герца и 120, там, 8 герц. Соответственно, вот. И как бы если у вас вот это такой самый простой древний способ, короче, если у вас такой вот кик, вот, берем, например, там, открываем какой-нибудь специальный анализатор. Вот. Сейчас, подождите. Почему мы используем 9-й, облитон, а не 10-й и так далее, ну, или еще что-то, потому что 9-й, он не такой прожорливый, короче, он у всех есть, и с ним проблем нету, как бы. Вот. Это не принципиально, на самом деле. Так, значит, берем какой-нибудь, что у нас здесь, спектральный анализатор, да? Спектрум, да? Вешаем на мастер. Так, пусть он у нас здесь волдохается, короче. Вот у нас два горба, короче. Один 63 герца, второй, соответственно, 100 герца, что-то такое там, вот, как бы такая вот история. Вот, здесь еще хуже история, здесь еще ниже.
соответственно. Ну да, 30. И второй, да, там раньше 60. Так вот, как бы берем, допустим, бас, да. Берем вот первый бас, например, да, который у нас здесь. Вот, у него вообще вся беда. Короче, у него 40 Гц. И, соответственно, 80 Гц. Ни туда, ни сюда, короче. Кстати, зависит еще от высоты тона, то есть от самой ноты. Но в данном контексте это не важно. Вот, берем плаковый бас, да. Так, смотрим. Так, по низу у него 44, а второй горб у него 80. А, ну да, у нас ноты, короче, по-моему, если не ошибаюсь, да. Соответственно, ну, вот бас, например, low, да, sub у нас тогда. Ага. Ага. Все то же самое, но как бы с преобладающими. Итак, мы имеем две картины, короче. Мы имеем, короче, то есть, к чему я говорю, если у вас кик более высокий, то можно использовать саб, бас в октаву, практически, то есть, ну или по крайней мере с преобладающими низкими частотами, то есть, ну как здесь. Он там пинается в одном месте, короче, это слышно. Также, соответственно, если у нас бас, точно кик более низкий, так. Мы можем использовать, допустим, плаковый бас. Ну вот, это как раз та история, где даже такой бас подъедает. Если даже использовать как бы low, вот они. На последней ноте они, короче, в резонансе работают. Там очень близко, короче, и два горба пытаются подняться. Вот они пытаются, ну, в резонансе пинаться. В принципе, это можно посмотреть уже по динамике также. Вообще, на спектре. Вот видите. То есть нормально, и вот последняя нота выпуливает. Вот, это и есть проблема первая. Казалось бы, ну, возьмем, допустим, да, все это вот, повесим вот на это все. Создадим из этого группу или шину, бас, там, не знаю, как бы, да, как у кого где. Вот, повесим, например, на него компрессор, ну, да. Вот. Да, насчет компрессора. Тут тоже не все понимают, как это работает на самом деле. Но это отдельно покажу. Значит, нам нужен режим пиковый контроль. То есть не по пикам, то есть по амплитуде. Не по громкости, не по давлению. Итак, смотрим. Вот даже видно. Вон он пинается. Так, ну, нам даже, наверное, нужен был больше лимитер, да. Но в данной ситуации, как бы, мы просто... Тут наши полномочия, все, да. Смотрите, чтобы... Давайте разберемся. Здесь, да, все-таки нужен лимитер. Да. Вот. На, как бы, на петле компрессор. Вот. И на басу компрессор. Сейчас объясню, в чем прикол. Короче. Для начала. Давайте сделаем приблизительно одинаковые. Либо по амплитуде, либо по громкости.
Значит, смотрите, как работает компрессор. Так, стандартный. Где у нас тут рисовок какой-нибудь? Так, рисовалка. Рисовалка. Это я по-быстрому решил, да? Короче, вот. Так, сейчас. Значит, такая история. Смотрите. У нас есть некий звук, да? Так. Вот, это у нас время. Время. Это у нас амплитуда. Амплитуда. Так, значит, смотрите. Как работает компрессор? Ну, в принципе. То есть, что такое, допустим, threshold? Что такое вот ratio, да? То есть есть картинка, можно переключиться, посмотреть, как это работает, то есть как это выглядит. Ну, но все равно не очень понятно, да? Здесь-то, если более-менее понятно, то с атаками и релизами не очень понятно. Это, значит, что получается? Короче, давайте потолще. Это у нас какой-то прям совсем... Так. Вот. Значит, что такое? А, значит, сначала мы берем threshold, да? То есть, вот этот параметр. То есть, включаем play. Давайте отсолируем только. Так. Итак. Значит, что такое threshold? Вот этот вот параметр. Вот он 0, то есть не реагировать. Вот, у нас, возвращаемся к картинке, есть некий параметр. То есть вот у нас пик, да, вот мы его видим. Еще разочек. Кольцо забыл включить. То есть, да, вот он, вот у нас картинка, вот она. И вот наша картинка. Так вот, threshold, вот видите, да, я threshold, короче, вот он, threshold. Я, например, срезаю. Вот она. У нас пики, да, вот мы срезаем вот так вот. От кика. Казалось бы, да? Тут вступает параметр. Вот он. Threshold, да? Вот. Что этим получаем? То есть я хочу вот так вот срезать. Я его срезаю. Значит, следующий параметр. Это ratio. То есть ratio это, как бы объяснить, насколько сильно, да, насколько сильно. То есть вот это вот threshold это граница, да. Так, а вот третий, это его же параметр, второй. Это усилие, то есть это как пружина. Это насколько давить. Вот, она измеряется в соотношении. То есть один
0.001 это не давить совсем. Как бы есть режим Infinite. Это, короче, давить максимально. Ну, обычно делим там 4 к 1. Вот. Там. Может быть, даже больше. Чуть-чуть. Так. Теперь самые важные параметры. Сейчас вы их услышите. Значит, смотрите. Атака. Смотрите. Атака. Это время. Атака, так, да? Атак. Так. И релиз. Ну, неважно там. Короче, что происходит? То есть компрессор. Атака нужна для чего? То есть он в миллисекундах работает. Вот. Атака — это сколько компрессору не реагировать. Через сколько ему реагировать после того, как он увидел сигнал. То есть он видит, что у нас... вот она у нас гибающая, да? Он ее видит. То есть он видит вот этот момент... Так, а помните, да, вот у нас threshold выставлен, да, вот это у нас, допустим, там минус, там, не знаю, там 6 дБ, да, а threshold у нас выставлен, там, не знаю, минус 9 дБ, да. Так вот, атака в миллисекундах, это столько, сколько нужно пропустить. То есть он успеет, ну, сделать пинок в диапазоне, там, ну, скажем, там, 20 миллисекунд. Так, вот. А релиз — это сколько, то есть после чего начинает работать threshold с ratio. То есть, да, то есть через там 20 миллисекунд, да, 20 миллисекунд наших, да, как бы он сначала пропускает, потом начинает давить. То есть с усилием ratio, да, на параметр threshold. То есть, да, то есть у нас сейчас там минус 12, да, вот, рейтинг у нас 5 к 1. Вот. И сколько держать до следующего входного, ну, сигнала, то есть до следующего входящего сигнала, сколько анализировать. То есть мы ставим, допустим, там 102, обычно, ну, допустим, если 15, там, да, так, это у нас пожирнее кик, да, ну, допустим, 25-250. Ну, сейчас объясню, что это параметр. Очень забавный, короче. Так, где наша картинка? То есть у нас там 20 там на 250. 250 это decay. Вот, после чего мы получаем картинку следующую. Вот у нас была вот такая картинка, да, гибающая. То есть, ну, если ее вообще вот обвести, вот все эти, значит, то у нас получается картинка следующая. То есть 20 миллисекунд. 250 миллисекунд. То есть она у нас была еще длиннее, да? Ну, неважно, там, ну, там плавнее она была. Вот. Значит, и мы получаем следующую картинку после того, как отработает компрессор. Мы получаем картинку следующую, значит. Мы получаем вот такую вот историю, то есть... То есть сначала, ну, то есть кик, плевок, после чего работает threshold. Вот. И уходит. То есть мы получаем вместо вот такого пня, да, мы получаем вот такую картинку. Вот. Что дает нам, что правильно? Более динамичный всплеск. То есть, ну, то есть сам пинок. Значит, объясняю. Вот там два кика, короче. Вот этот кик. Давайте я сейчас скручу просто все в ноль и покажу, вы сейчас услышите. Значит, давайте прям так, значит. Двадцать миллисекунд. Двести пятьдесят. По
bypass неэффективно. Как вы можете слышать, появилась динамика, то есть он начал панчить. В принципе, можно залезть и посмотреть, короче, но в миллисекундах, прямо тут, а сколько миллисекунд будет занимать. Так, тихо, Лизка. Так, это у нас не миллисекунды, это у нас... Ага. Это бармиш, да. А, ну значит надо... Сейчас, секунду. Вон у нас внизу шкала с миллисекундами, короче. То есть сам тик, вот он, в принципе, до сюда идет. Это где-то, вот как я говорил, 250. А вот у нас сам пинок, где мы пытаемся сформировать, это у нас, соответственно, это 100. Так, 20. То есть, в принципе, я делаю следующее. Если вот эту штуку разрезать. Сейчас. Так. Отключить квантайз. Так. Отключили. То есть, что я пытаюсь сделать? Обратно. Я пытаюсь сделать следующее. Закольцуем фрагмент. Так. А у нас английский что-то не включено? Господи. Вот он, да? То есть мы что пытаемся сделать? Соответственно, мы пытаемся задрать эти уровни. Потому что когда мы поднимаем, то есть, ну, приближаем трешховод к нужному нам уровню, то есть, ну, он, соответственно, поднимается. После чего мы пытаемся вторую часть на 250 миллисекунд. 200, да? Вот он, да. Соответственно, да? То есть вот он, теперь мы показываем. Теперь трешхолд работает на нужный нам диапазон. Так. И держит его 250 миллисекунд. И на выходе мы имеем немножко другую картинку. То есть она у нас была такая, стала у нас вот такая. Ну вот, это так работает компрессор. Ну, приблизительно это. Ну, в общем, долго еще объяснять, там есть куча других нюансов. Так, вернемся к... Так, разобрались, да? Теперь давайте сделаем следующим образом. Вот у нас есть такая петля, нам нужно разделить ее. То есть мы создаем ей дубликат. Сейчас объясню для чего.
Так, дубликат. Значит, нам нужно кроссовер сделать. Берем трехполосный квазер. Вот. Ну, вот он у нас, да? Короче, ну и ставим, например, там, ну, отключаем mid-low, оставляем только low. Понятно, да? Мы сделали из петли кик с компрессором. Замечу. Копируем вот эту историю. Ставим ее сюда. Значит, оставляем здесь mid-low. У нас получились две составляющие. Соответственно, пишем. И писаем, да? Low kick и add-ons. Так. Значит, мидонсу, короче, ну, мидонсу мы добавляем компрессии вторичной. Делаем, короче, атаку. Короткий релиз. Вот, и достаточно жесткий трешхолд. Круто, да? Теперь смотрите, что еще можно сделать. У нас есть у этого всего еще верх. Есть мид. То есть еще раз дублируем. Add-ons. High. Add-ons. Mid. Да? Давайте подкрасим их. То есть, соответственно, это синий, это желтый, это красный. Ну. Так. Чем выше частота, то чем выше инструмент и, короче, перкуссия. Соответственно, атаки. Так, видите, он задирается теперь. Так, теперь mid. Вот появилась рампа у нас. Здесь тоже мы берем компрессор и идем повторно, значит, соответственно. Где-то 20. 15 на 20.
Ок. Теперь здесь, значит, у нас берем теперь эквалайзеры параметрические, восьмиканальные. Во-первых, мы отрезаем все, что ниже, лишнее. Так. Здесь тоже надо посмотреть, что у нас там получается. Вверх у нас там начал брызгать слюной, короче, как я это называю, паразитными резонансными гармониками, короче. Берем точку, делаем добротность и... Где-то здесь, да? Вот еще одна, совсем уж мерзкая. Вот еще тут у нас прецеденты. Теперь смотрим целиком группу. Лимитер нам пока не нужен. Опять же, срезаем все, что снизу. Сизин у нас просела. Так, теперь берем такую штуку, называется утилиты. Значит, утилиты. Значит, сейчас объясню, что это такое. Очень полезная штука. Она, в принципе, везде есть. В данной ситуации, короче... как интересно. А у нас здесь упрощенный, да. Ну ладно, хер с ним, короче. Так, берем здесь, смотрите. Это... ширина, ну, стереобаза. То есть берем кик. Делаем его, ну, ноль. Если он начинает складываться, например, да, то есть флунжерить или просто самоучитаться, вот есть такая функция, можно взять один из каналов. Левый или правый. Что полезно. Ну вот, можно развернуть стерео, например, фазу на левом или на правом. Вот это развернутый. Так. Значит, дальше. Середина. Берем опять утилиты. Нях, да? Значит, есть такая штука, называется автопан. Ну вот. Это у нас включаем режим
значит, синхронизированный с, ну, то есть синхронизации с секвенсором. 1/4 пила, то есть down, так называемый. У нас эти гонять начинает по лево-право, короче. А если ему фазу скрутить на 0, он делает вот такие штуки. Теперь смотрите, мы слегка смещаем ему фазу. Прям деху. Здесь еще может быть такая фигня. Смотрите, можно сделать реверс и сместить его на 90 градусов. Вот, теперь смотрите. У него появилась точка стерео. Давайте добавим ему динамики. Вернем, точнее. Режим РМС, то есть это режим громкости. Кстати, можно сделать, например, мы же там слышим еще что-то. Ага. Еще один. Включить 1:8. Только теперь уже вперед. И заострить их. После компрессора. Ага. Ок. Начинает нравиться эта картина. Так. Audio FX Rack. Давайте все этот мусор весь уберем. Пошли дальше. Так, теперь здесь. Тоже давайте пройдемся по нему, короче, ну, давай придадим ему динамики. Сначала 1/4. Так, покрутим фазы ему. Ага.
Нам не столько выделить надо, сколько покрутить фазу, ну, чтобы появилось стерео. Давайте послушаем, как у нас будет опасно теперь.
понимаете, у нас теперь есть больше возможности контроля. Давайте еще переключимся в режим One Play, то есть только вперед-форвард. Так. Если вы думаете, что с басом нельзя сделать то же самое, еще как можно. Да, четвертым было проще, короче. Но дело не в этом. Итак, бас. Вот и настало твое время. Так, создаем AudioFX Rack. Значит, создаем первый чейн. Берем гейтер. То, что я вам говорил, помните? А, значит, чейн по самому низкому, по кику. Значит, запускаем. Добавляем ему атаки, чтобы он не плевался из релиза. Вот, можно добавить выборку по эквалайзу, например. Окей. Так, теперь избавляемся от кликов. Помните, у нас атака была 20. У нас теперь должен быть релиз 20. Атака как можно меньше. Окей. Вот. Теперь нам надо этому сделать максимальное стерео. Но вот тут я, правда, не могу обойтись.
штатными, как бы там, утилитами. Сейчас мы сделаем, короче, так. Во-первых, добавляем, то есть дублируем chain. Нажимаем ему здесь, вот здесь такой режим flip. И он становится... Опа, типа, да? Вот это называем kick. Звучит как будто бы ничего не происходило, но помните, да? Значит, смотрите, давайте сделаем трешхолд на одну ручку в обоих режимах, чтобы можно было поднастроить. Да? Вот, вам потребуется, как я уже говорил, изотоп любой имиджер. Хотя не обязательно прям изотоп, но... Так. Вот это, да? Так, стерео. Смотрите, если я поднимаю здесь вверх ручку, то будет, видите, во фронт пинается. Теперь, смотрите, делаем стерео. Так, да? Давайте сделаем копию. Ой. Ага. Так, и скопируем его в риг. Открываем. И низ возвращаем. Сделали немножко вот там стерео сверху, во второй половине там, мидлоу, да? Вот и вся песня. Помните, они у нас дрались, да? А, не они, да. Ну, это тоже дрался. Это не важно теперь. То есть сохраняем это. Пишем. Это у нас теперь... Бас. Ага. Бас, значит, сор.
Да. И можем спокойно кидать его на все остальные инструменты. То есть на все остальные, короче, каналы с басом. И после динамики, точнее после динамики всегда требуется опять устанавливать эквализацию, то есть, ну, фильтровать. Это нормально. Если я тоже все проебан.
Вместе. И давайте добавим еще саб, короче, да? Thank you.
Чтобы это превратить в ланчер. Отвечаем все. Первое. Убираем, видите, стереть, удалить кнопку стоп. Раз. Второе. Залезаем сюда. Включаем вот эту вкладку. Идем с триггер. Включаем режим тогл. Все. То же самое сделаем с этим. Так, значит, следующий. Все отмечаем. Вот, видите, quantize. Ставим здесь, короче, один бар. Да. Чтобы он раньше не тыркал. Вот. Но лучше не один бар, а, соответственно, я обычно ставлю 4 бара или 8. Ну, это я. Остановимся. Thank you.
Но вы как вы понимаете, это касается не только вот среднего низа и так далее. Здесь можно таким образом все на все заставить двигаться и реагировать и так далее. Ой, помните, у нас еще одна петля была, да, барабанная? Давайте из нее тоже сделаем что-нибудь. Ну, во-первых, она добавит нам сейчас пинка. Давайте сделаем ей кросс. Так, давай опять петли включить. Тут ничего нового. Ага.
Короче, чем хорош Ableton, все, что мы можем сделать сейчас, вот такую вещь. То есть мы можем назначить, допустим, drums 1. Писать. Так, ну вот, ставить рекорд. Так, сейчас мы сделаем. Так, так, так. Здесь еще раз добавить, писать сразу драмс 2. Здесь писать сразу драм, это бас. Так, вернем режим триггера. Все, так, теперь, значит, что? Теперь пишем. Ну, да, 4 мая, хорошо.
Так. Ну, вы сами все видели. Это то, из чего мы делали. Это конечный результат. Ну, в общем, здесь еще много всяких вопросов, возможно, у вас возникнет. И это было бы нормально, если они у вас возникнут. Для начала, я думаю, хватит. И так уже затянули. Ну, в общем, вот. В общем, с вами был я, Образцов Антон, продюсер проекта Руда. Вот. И как бы основатель лейбла Образцов Media Lab. То есть мы не просто Media Lab, мы действительно лаборатория. Всем спасибо. Снято. Да. Дела. Лиска проснулась.